По шум дождя прокралась осень, и листопад уже заносит мой старый Екатеринбург. Случилось это неспроста, и сердце замирает что-то от бесшабашного полета к земле спешащего листа. Поменявшего небо прозрачная просень, осень закружит хоровод под ногами шурша. Осень, об одном тебя просим, погости золотая, никуда не спеша. Мой старый Екатеринбург так долго ждал прихода лета, но не случилось нынче это. Мой старый Екатеринбург, погода нрав являет свой, ее фантазии бездонны, и надоевшие циклоны чудят над нашей головой. Осень, полинявшего неба прозрачная просень, осень закружит хоровод под ногами шурша. Осень, об одном тебя просим, погости золотая, никуда не спеша. Мы старый Екатеринбург, нам от судьбы куда деваться, и холода спеша прорваться. Мой старый Екатеринбург, а может без обиняков, еще придет к нам бае лето, тепло порадуя при этом моих озявших земляков. Осень, полинявшего неба прозрачная просень, осень закружит хоровод под ногами шурша. Осень, об одном тебя просим, погости золотая, никуда не спеша. Погости золотая, никуда не спеша. Всем еще раз доброе праздничное утро. У нас в гостях настоящие мужчины, настоящие защитники нашего Отечества, офицерское трио. Юрий Куксин, Александр Шестаков и Петр Малаховский. Доброе утро, мужчины. Ну, во-первых, с праздником вас. Большое спасибо, приятно. Расскажите, что для вас, в первую очередь, 23 февраля? Ну, как для всех русских людей, 23 февраля – это повод. Для чего? Самое главное – повод встречи добрых, верных друзей, соотечественников, сослуживцев, земляков. В общем, всех хороших людей, для которых этот праздник является праздником. Ну и немногие наши телезрители знают, что буквально вот на одном диване прямо сейчас и встретились два сослуживца. Максим, рад ли ты? Да, я очень рад. Я Юру знаю очень много лет. И коллективу вообще 27 лет, Юля, ты представляешь, да? Но 23 февраля на протяжении многих лет вы встречали на службе. Ну так приходилось, да, что у нас, мы же не сразу стали полковниками. И начинали службу с лейтенантов. И, конечно, все старшие офицеры 23 февраля освобождали для себя, а нас всегда на службу. Но нам это нравилось, потому что начальников нет, и у нас тоже праздник, никто нас дополнительно не прессует. То есть это во время службы. А сейчас как вы отмечаете 23 февраля? А сейчас мы тоже отмечаем праздничным концертом. Вот буквально сегодня в 2:30 в Малом зале Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн состоится наш концерт, праздничный, посвящен вот этой вот замечательной дате. И он так и называется, и опять мы все вместе. А вообще, есть ли какая-то статистика самых популярных военных или армейских песен? Ну, если говорить об армейских, то, конечно, самая популярная – это «Пуговицы в ряд».
это советского периода. А военного периода это «Катюша». «Катюшу» знает весь мир, поют во всех, хоть в столицах, хоть в самых захолустных деревнях. Знают слова все от мала до велика. И самое дружное, и самое такое мощное исполнение хоровое – это, конечно, песня «Катюша». Тут вне конкурса абсолютно. Юрий Алексеевич, вот такой вопрос. Всегда, значит, дарят подарки защитникам Отечества. Дети рисуют открытки, тещи покупают носки, да? Да. Какой самый оригинальный вам подарок подарили на День защитников Отечества? Ой, ну самый оригинальный подарок – это встреча все равно, опять же, с друзьями. Есть возможность встретиться – это подарок. Нет возможности встретиться, грустишь один. Одиночество – самое жуткое, так сказать, знаете. А как вас поздравляют ваши девочки? Ой. Выстраиваются в ряд? Нет. Девочки всегда... Во-первых, утром просыпаешься, тебе говорят, любимая, любимый, с праздником. Вот уже начинается, так сказать, счастье. Слушайте, ну я бы хотела, чтобы счастье и праздничное настроение появилось и у наших телезрителей. И в подарок для них, ну и для нас тоже с Максимом, очень просим вас сыграть еще одну песню. Над горами гроза, вдалеке полыхают зорницы. И чужая беда все острее ощущается здесь. Ясно чувствуем мы, что тревога опять на границе. И что родине снова нужны наша доблесть и честь. Нам с тобою по ночам порой не спится. Память будет от себя не убежать. Вот и еду ветераны на границу, чтоб морально тех, кто служит, поддержать. Вот и еду ветераны на границу, чтоб морально тех, кто служит, поддержать. За плечами война, за плечами бои и потери. Да реальные сны, под обстрелом ползем и бежим. Кто не верит, пускай по контракту пойдет и проверит, что такое бунт лихо и что достается живым. Нам с тобой по ночам порой не спится. Память будет от себя не убежать. Вот и еду ветераны на границу, чтоб морально тех, кто служит, поддержать. Вот и еду ветераны на границу, чтоб морально тех, кто служит, поддержать. Мы прикроем огнем, мы из боя еще не выходим. Наш воинственный пыл от сражений в крови не остыл. Мы в походном строю свое верное место находим. Пусть не в первых рядах, но пока и не в старческий тыл. Нам с тобою по ночам порой не спится. Память будет от себя не убежать. Вот и еду ветераны на границу, чтоб морально тех, кто служит, поддержать. Вот и еду ветераны на границу, чтоб морально тех, кто служит, поддержать.